под Белгородом состоялась торжественная церемония перезахоронения 100 воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Их останки были найдены на территории Белгородского района. Имена 5 бойцов установлены. В Белгороде прошел танцевальный флешмоб «Будь ярким, стань заметным», посвященный 3-й глобальной неделе безопасности дорожного движения. Всероссийскую акцию поддержали учащиеся областного центра и подготовили детскую декларацию с пожеланиями для водителей. Спортивная школа имени Александра Невского воспитывает новых чемпионов. Новоиспеченный призер Кубка Европы по дзюдо староскольц Владимир Молодых готовится к следующему международному турниру, который пройдет в Австрии в начале лета.